Машкуйрай дата чингуту аштам фестиваль «Красная площадь» жага. Я программа рауат каждык шарашту и чингута армука дашны адав дишана хорта фимбал тата жингон фашчитима. Баштей шайраг литературу он мазалы арвлаж басархай сагат и раштону делегаций дар. Фестиваль уаж джетаражма рахашту и историон, баштажонан, наукон, айвадон, амашвалат литература. Мазалахашсан сапарбонам усраштагмаш нишанко той фон шадамазала и фолдер сагат и раштон рауахдатта сестен басата котой уй фестиваль уаж джета шсамадишкота. Ражагдартахшан рауахдат ир. Мы видим интерес аудитории к нашему стенду. Мы видим, что люди интересуются и нашими новинками в области краеведения, и что отрадно спрашивают литературу на осетинском языке. Мы видим, что интересуются и печатными нашими СМИ. Необходимо отдельно отметить, что пройдет мероприятие, презентация Северной Осетии, пройдет презентация книги «Здесь были» сборника молодых прозаиков Северной Осетии. Пройдет презентация издатель Северного Кавказа отдельно. То есть программа очень насыщенная. Друг Осетии. Каждый год в Северную Осетию в Аланию езжу. Постоянно покупаю осетинскую литературу. Как-то купил два тома очень больших Костахи Тагурова, знаменитый художник и поэт Северной Осетии. Каждый день читаю книги. Всегда со мной книга, везде, в метро, в электропоезде, на остановках автобусных.